Так, ну что, всем привет. Это начало моего влогного влога. Меня зовут Женя Зотов. Не знаю, зачем это говорю, вы же все прочитали в описании канала. Я сейчас в Гродно, в Беларуси, и мы сегодня играем концерт, квартирник. Не знаю, что мы играем. Кирилл, что мы играем? Мы играем квартетник. Правда у него шапка, как Или у Додика? Квартирник. Шапка у него, говорю, как у Додика. Вот. Ну, а я, в принципе, просто Додик. Парам-парам-пам. Пу! О, работает человек. По-моему, я оператором нанимался на грудь. Парень работает. Йоу. А я не работаю. О, кто-то попал на бабки. Я грузчиком нанялся, вот гружу, короче. Вот это стойки. Можно постоять. Вот так. Вот так. Да. И опа. Опа, вот так. Опа. Алле, оп. Уникальная шоу-программа «Але Ап» с захватывающими трюками, египетскими буйволами, очаровательными собачками и медведями. Не нужна тебе такая тачка, да? Знаешь, Вовка, не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. Это Женя Зотов. Крылем... А это Мерседес. Так, пристегиваем ремень безопасности. Для чего? Чтобы было безопасно. Да, смотрите, ремень безопасности безопасно пристегнут на моем безопасном теле. И мы готовы безопасно выезжать в безопасную дорогу. Поехали. Мы болтаем или едем? Надо, чтобы мотор такой... Хэнь! Ты едешь, а мотор такой... Хэнь! Эти долбоёбы! Кирилл! Кенни! Кенни! А ты меня в блоке, тебя короновал, и никому не отдавал, и целовал, 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 целовал. Люди в ахуе, блядь, сидят нахуй. Они ж меня через тонер не видят, да? Бля, ебать, они тачку рассматривают. А помнишь, раньше был? Даже здесь тусовка такая будет. А сколько у нас грозных таких карточек? Этот ковер, да, он вообще дает домашний уют здесь. Ты как будто у бабушки. Я как будто у бабушки? Да. Приехал, там вот ее картины. Все, бат, мы, получается, что-то собрали. Здесь сегодня играем. Я думаю, будет вообще супер-супер будет. Худи у меня классно. У меня всегда про Женю Мальковский в душе. Женя Мальковский. К сердцу. Ты всегда в душе, всегда в сердце, понимаешь? Поэтому я очень часто ношу. Он, я бы даже уже заносил его, он уже грязный. Вот, но нормально. Смотри, какие подарки красивые. Все, я теперь должен вечером с подарком прийти, понимаешь? Это очень красиво. Очень красиво. Так, ну что, мы приехали в кофейню. Это кофейня «Кофе не мой друг». Вот, и я пью капучино. Да, вот дай 5000. Почему? Потому что я люблю капучино. Дай 5000. Почему? Потому что я люблю капучино. Ладно. А, у меня в прошлом влоге была вставка, где я вкусно ел... По-моему, какой-то хот-дог на заправке. Поторопись, у нас сейчас котлетки с макарошкой, нет, с пюрешкой. Вот, сегодня у меня будет вставка, как я ем круассан в кофейне. Все, смотри, снимай. Это я замедлю, потом будет очень красиво. Thank you.
свет падает. Получается красиво чуть-чуть. Ты очень красивый. Чуть-чуть красиво, так, немножко. Он очень красивый. Его лук, это... Как ты идешь иксу сейчас? Иду иксу? Идешь. Как красиво они идут! Две минуты до выступления я видел, что людей очень много. У меня первая в жизни чуть-чуть трясутся руки, но чуть-чуть. Я думал, не придет никто, но пришли, пришли. Людей очень много. Из того, что мне говорят, там прям sold out на размер этого заведения, поэтому будет классно. Я влог снимаю. Мне нормально, я влог снимаю. Братский. Я скажу прости, прощай, так будет лучше. Просто я тебя люблю уже много-много лет. Тебе письмо заплачу все деньги мира, чтоб тебе дошло одно. Горячее исключение я исправил. Не буди меня опять, я не забыл. У меня просто такого не было, чтобы ко мне пришли люди прям целенаправленно, это странно. Были в Москве похожие штуки, но не совсем такие, это обычно сборные, какие-то концерты. Рассказывайте, как у вас дела? Спасибо большое, это очень-очень мило. Спасибо. Я тебя мало знаю, но как ты вмещаешься не столько доброты? Я говорю, мне это очень... Так, ну что, друзья. Бро, привет. Покажи нас всех. Миру, ставь твои фото в альбом. Не качай бы тысячи раз. Выход есть, но я не знаю, где мне выйти. Туман лишь по нём не остался я. Люди, вы не выходите, так пропустите. Может быть, там будет моя станция. Жить на лавочке или голодать. Но ещё сильней моральный кризис. Перекроют и воздух когда-то. Женя, что произошло в моменте? Друзья, не получилось, не портануло.